Здравствуйте, дамы и господа. И сегодня у нас великолепная игра 3 на 3, мясная ваха, карта Альварус. Это воистину блистательная игра, и я сейчас вам скажу почему, но вы и сами наверняка уже догадались. Первый клан у нас представляет Содружество Космодесантника под ником Shell, Таусита под никнеймом Нахим и еще одного космодесантника с никнеймом «По твою душу». Посмотрите, это красный космодесантник с черепком вот таким. По-моему, это типа каратель или что-то такое. Такой был сериал про типа ретро-футуризм 90-х годов, вроде, если я не ошибаюсь. И тут у нас ультрамарин серенький, вы посмотрите, у них эмблема — это вот такая вот подкова удачи. Ну, если там еще добавить, вроде как на знак этих, не близнецов, а как их, девы, короче, или весов, короче, что-то такое похоже. Ладно, неважно. Кто играет против них? Второй клан — это у нас Благо, красный Таусит. Ну, я знаю его, он 4000 игр наиграл. Космодесантик Злое Зло с эмблемой Кровавых Воронов. И имперский гвардеец с никнеймом Мега, который уже заказывает себе комиссара. Ну и пока что просто капит свои точки, заказывает отряд командования. На кого хочется обратить внимание? Мне нравится то, что тут целых два космодесантника. Синенький и красненький. Два космодесантника — это реальная сила, которые могут такую жесть сделать со своими противниками. Это нужно вообще знать просто. Войны огня, кстати, стреляют в противника. Заказался у нас герой. Герою бы неплохо дать плазменный пистолет, но мы видим то, что пока что заказывается еще один отряд космодесанта. Тут подстроенный стационарный болтер, его уже отменили, чтобы не тратить лишние деньги. И я думаю то, что после застройки этих двух точек уже пойдут генераторы. Что мы видим у Таусита? Таусит нормальный чувак, он пока застраивает свои точки, у него есть отряд парней, у него есть желокрылые веспиды, и он ими идет к вражескому Тауситу. Зачем он это делает? Возможно, он ищет какой-то генератор, который можно быстренько скушать и чувствует себя комфортно. Да, он находит цель, он находит генератор, и тут еще один строится. И что, будет врываться в генератор, а этот идет чинить генератор, посмотри. Но если ты чинишь генератор, значит ты, блин, что-то знаешь. А будет ли уничтожен этот генератор? Я очень надеюсь, что да. Да, великолепно, жалко то, что разбросался, конечно. Один коцанный, кстати, есть, и он выживает. Обратите внимание, это весьма показательный момент, то, что вот этот вот малыш один, он как бы выживает, зачем я это сказал? Он погиб. Второй космодесантник у нас имеет героя, он имеет двух разведчиков. Пока что он больше ничего у него нету из армии. Да, он строит ЛПшки, у него уже их целых две, и на самом деле... Вот для меня это фаворит. Вот этот вот игрок, на самом деле, для меня фаворит. Он реально крутой. Мне он очень нравится. Так, у нас что тут? Генеральный штаб строится. Генеральный штаб строится. Да нет, мы видим то, что генератор второй, который был потерян, надо поднастроить. Есть ЛПшка. Только одна пока что. Хватит. Космодесантник, у него не так много, это был построен первый генератор, в принципе, тут Т2 тут и не пахнет, и на самом деле тут тоже все как-то печально, то есть мы видим, что на данный момент, мы видим полную доминацию, кстати, героя своего потерял, значит, много воюет, мы видим полную доминацию синего космодесантника в содружестве с красным космодесантником, который просто берет и всех очень сильно нагибает, на самом деле это очень важный такой момент, вот. Так что, в принципе, это очень круто. И смотрите, как глубоко заходит синий космодесантник. Вот давно я таких игр не видел. То, что вот поначалу два космодесантника и просто вот так подходят, начинают гасить. Вот это реально красиво и круто. Плюс им Таусит помогает. Плюс тут командор есть. Тут, конечно, плазменный пистолет было бы вообще прекрасно. Плазменный пистолет, какие-нибудь гранаты или там, я не знаю, бионика. Это было вообще круто бы. Очень сильно бьют космодесантники. Посмотрите, они когда всей толпой стреляют, они перестреливают Тауситов воинов огня, которые стоят по 70 за брата. Опачки, вышел космодесантик, побежал. Так, тут энергия вроде есть. Не знаю, можно ли поставить себе и нужно ли, самое главное, ставить себе... Блин, Таусит, ты что не помогаешь? Иди вверх, помогай. Да, вот тут уже подмога идет от второго клана. Тут, конечно, битый есть отряд космодесанта.
Вот, но, несмотря на это, вот этих надо добить. Блин, да чего со всех сторон-то, блин? Помогайте, помогайте, я не знаю. А вот Сид, что-то делаем, давайте, ребята, надо, короче, работать. Работаем, работаем. Где наши жалокрылые? Жалокрылые здесь. Опять они вот это вот, убить славу императора во мне. Они героев космодесанта пытаются выщелкнуть на самом деле. О, комиссар один остался, кстати, нифига уже. Все, тут, короче, нашли себе могилу вот эти вот имперские гвардейцы. Реально, синий космодесантик просто ворвался тут с двух ног. Вот он у нас, синий, нет, это вот синий. Где ты синий? Сейчас посмотрим. Так, это пока что красный космодесантик. Он тут качает уже целеуказатели, там всякое такое. У него тут раз отряд, два отряд. Нет, у него тут только один, видимо, отряд. Ну да, у него тут всего один отряд. Если честно, он может и слить его, больше ничего нету. Да, пока не очень. Так, тут нормально. Тут нормально, но тут все ресурсы тратятся на армию. Тут нормально. Вот за этим хочу последить. У него раз отряд, два отряд. Стреляет хорошо. Герой есть. У героя оружейной нету, к сожалению, пока что. Вот, но он стоит и просто неплохо так стреляет. Блин, реально, это вот, вот мясная ваха именно так и должна выглядеть. На самом деле. Вот, просто тут есть моменты, когда можно маленькое количество армии иметь, и тогда у тебя все посыпется. Такие моменты бывают. Кстати, ЛПшки вот тут бы неплохо возвести, ему хотя бы как-то энергию потратить, потому что это будут дополнительные деньги. А вот этим чуваком, таусидским, тут два чувака просто стоят, отдыхают, надо бы захватить что-то. Все-таки. А в итоге мы видим то, что да, тут два отряда вот этих. Если вот этого героя ушатать, да-да-да, стреляйте вместе по герою. Отличная работа, стреляйте по герою. А вот этими останавливайся и стреляй тоже. Так, ну героя на героя, видать, разменяли, да. И, в принципе, тут танки, тут дамагеры. Это, в принципе, нормально. Отряд командования, конечно, мешает. Свою смерть. Да. А что делает, в свою очередь, Таусид? У него по ресурсам нормалек. Он тут уже начал захватывать. Да, сейчас он отступит. Героя у него нет. Вроде пытаются штрафовать. Пытаются штрафовать. И, в принципе, у них это неплохо получается. Вот этот отряд уже битый конкретно. Да, это круто. Но и космодесантик синенький свою почти всю армию растерял. Вот он уже теряет отряд космодесанта. Все не очень круто. И у нас тут наш космодесантик. Как же он красиво выглядит. Реально, посмотрите, везде всякие черепки. Вообще эта тема мне очень нравится. У него уже есть прокачка. Да, он себе поназаказал. Кстати, иногда можно просто правой. Что бы я хотел сказать. Он, да, он строит тут генераторы. И у него строится вот эта штука. Возможно, он сейчас будет уже строить яму машин. Яма машин очень хороша, потому что в ней можно заказывать какое-то повышенное количество юнитов. Там арта пишут у ЕГЭ. Ну давайте посмотрим, где у них арта. Вот у них арта. Как можно уничтожить арту? Кем-то сюда прыгнуть и задамажить. Разве что так. Командор может подойти с упора бить. Довольно-таки на самом деле странная ситуация была бы. Я думаю, нет, это все-таки довольно-таки тяжело и... Это фантастика. Так, сюда ударит ли арта? Нет. Она ударила сюда по герою. Сними, пишет. Мега, это вот чуваки, которые играют. Мега, это у нас, чтобы вы понимали, этот вот любитель, который строит арту. Это, в принципе, вещь хорошая. Блин, тут отряд потеряли, жалко. Жалко. Космодесантник второго клана пока что качает ЛПшки, там по чуть-чуть такое делать, то есть стандартная Т-1,5. И тут уже мы видим, так, ну это всего лишь первый и есть Василиск, но больше он не заказывал Василиска, насколько я понимаю. А, кстати, у него тут термоген еще есть, вообще имперский гвардеец крутой как бы. У него с деньгами полный порядок. Кстати, вот тут посмотрим, пробьет или не пробьет. Ну че, он вообще урона не наносит, посмотрите. Да, он решил сюда не стрелять. Строит тут пехотный штаб. Вот раз, все, теперь я понял. Раз, два, пока ничего не заказывает. И выходит в Т3. Все правильно делает. Синий космодесантник. Армии немного, скажем прямо. Но зато строится храм бога машины. Из армии только несколько космодесантников. И везде поднятые ЛПшки. Качается увеличение количества техники. Возможно, будет делаться какое-то большое количество глайдеров буря.
против техники. Танк Predator сделать нельзя. Дредноуты — это вещь хорошая. Почему-то мне хочется увидеть здесь дредноутов. Да, именно так и происходит. Строится дредноут поддержки. Хороший выбор. Мне он нравится. Можно будет сделать два. У Таусида как-то с ресурсами все плохо. Постоянно за эту точку шли драки. Вот тут раз, два, три, четыре. А тут раз, два. Ну, была бы три, но не больше. На двух точках без ЛПшек Таусид будет себя чувствовать некомфортно, скажу сразу. Но зато он делает барракуду. И, возможно, она у него не одна, потому что вот еще барракуда. И двумя барракудами в крысу кого-то можно будет пропушить. Что у нас делает наш космодесантник? У него есть дредноут поддержки. У него есть серый рыцарь и капеллан герой. У него есть второй дредноут поддержки. У него... Так, это не его БТР. То есть у него есть две техники и неплохая такая армия пехотная, в принципе. И опачки, посмотрите, они, ох, как они отшвыривают, оказывается, круто. Да, вот это мне нравится. В пехоту серые рыцари — это круто. Это круто. Таусид этот имеет хорошие ресурсы, без шуток. Этот космодес имеет уже тоже хорошие ресурсы. И, ну, этот, конечно, вообще без разговоров, потому что он качает Т4, уже переходит в Т4. А с парнишкой, который в Т4 играет, будет довольно-таки стрёмно играть, потому что, ну, сильные, сильные они. Это сильно. А синий пока что космодесантик имеет дредноутов поддержки, глайдер буря. Я бы не сказал то, что это прям как-то сильно. А Таусид, ну, есть у него войны огня, есть вторые войны огня, но он зажат. Типа, вот тут уже уничтожили, тут сейчас уничтожат. И единственная надежда на космодесантника, который качает ауру боевого духа, разные вещи, идет даже в пехоту рубиться. Но учитывая то, что, опачки, вот сюда, еще, залп, залп, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну, они, блин, сами стреляют куда попало, это большая беда, надо вот сюда стрельнуть. Ах, ах, очень, очень жестко. Так, парни стреляют, парни бьются, этот дредноут погибает. Блин, очень мясная ваха, очень мясная, но серые рыцари какую-то надежду вселяют. Все-таки юнит сильный, регенерация большая, капеллан тут есть. Он в таком интересном костюме необычном. Ну реально, регенерация у него хорошая. Так, сюда, бахнет ли какую-нибудь способность? Нет, не бахнул. Скрылись космодесантники в БТР носорог. Ну и как бы все, на этом конец. Попытались сделать рывок, как-то не пошло. Как-то не очень. Так, и мы видим то, что сюда прыгнули, что? Крик за скелета. Тут строится дополнительный генератор. Хотя зачем генератор, если нужно сюда строить все-таки больше каких-то других. Там на реквизицию 92 это не так много. А вот 50 энергии — это прямо дофига. Так, тут у нас Таусид. Тут у нас... Аркоид говорит. Тут у нас Т3 уже сейчас пойдет. О, марсианский командный центр. И посмотрите. А, он, кстати, одним рабочим строит. Вот эти чуваки, кстати, могут правой кнопочкой сюда нажать. Быстрее будут строить техножрец. Можно так сделать, чтобы ускорить это все. Так, полевой штаб тут мы видим. Да все в порядке у игрока Мега. Опачки, тут заказывается уже вторая Ордо Экстерминатус. Ну, 138 на 106. Ну, это капец, блин, просто. Тут выходит Т3, но ресурсов не так много, армии нету, ничего нету. Есть парочка три глайдера буря. Не сказал бы то, что это сильно, потому что у них... А, нет, у этих есть противотанковые ракеты. Это, конечно, уже неплохо. Тогда да, тогда, конечно, неплохо. А Таусид, ну, не знаю, он вроде, конечно, заказывает транспортники, скаты, разные там другие звери морские, но пока что ничего. Красный космодесантник продолжает исполнять дредноутов поддержки. Они неплохо атакуют, даже раскидывают местами, но, если честно, урон не сравнится с каким-нибудь, там, условно, три глайдера мощнее, чем один дредноут поддержки. Но он раскидывает, это, конечно, круто. И посмотрите, как сильно его бьют из плазменных винтовок. Очень неприятно, очень большой урон по ним идет. Отряд космодесантников сюда подходит. Но тут, если честно, враги тоже сильные. Блин, это на самом деле довольно-таки тяжело. В общем, этот чувак сделал все, что хотел. У него тут три отряда, герои, все нормально.
этот космодес, он тут заказывает уже и Библа, и слово императора. Ну и, конечно же, краш этой игры, конечно же, на 50% уже заказал танк «Карающий меч». Очень сильно, очень у него все тут хорошо. О, какие-то ресурсы привез самолет, кстати. Тут есть Т3, тут есть вот эта штучка, тут заказывается вот эта штучка. Но на самом деле нету каких-то сильных юнитов Т3, там у врагов уже Т4. Так, вроде хотел терминаторов заказать, что-то он не заказал вроде их. Для меня странно, почему. ГГ просто написал, и Тау сдается. Космодес красный играет до конца, но такое ощущение, то, что Тау его тоже побил, просто потому что он играет за космичей. Ну и, собственно, на этом игра закончилась. Давайте посмотрим, кто ресурсы сколько получил. И мы видим то, что на первом месте имперский гвардеец, сыграл он, конечно, великолепно. Но вообще, в принципе, игра была красивая, и мне она нравится, уверен, вам тоже. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!